Дорогие друзья, с вами Шили, мы играем в какую-то футбольную игрушку, или типа футбольный симулятор, точнее. Так, мы купили себе стартовый состав. Идем матч, расклад. Это наш стартовый состав. Переместись снова. Куда? Типа поменять. Теперь нужно разработать идеальную тактику, чтобы их фигарить. Да, здесь вы можете купить набор или что-то такое, тактика. Подожди, это что такое? Это моба вообще? Ну, давайте. Что-то какая-то видите. 5-5. Ну давай. Мид, топ. Да ладно. Я думаю, вообще, бля, футбольный симулятор. Лол. Я думал, по футбольный какой-то симулятор теряем. Сори. Что-то меня глючит. Зверь. Скатер. Это получается. Все случайно, да? Бот. Это не футбольный симулятор. Это... Герой с преимуществом. Это симулятор Доты, что ли? Дотный симулятор. Наш топ-лайнер получил удобный выбор. Поэтому давайте наберем все. Золотая цепь на силовом действии указывает, что то, что оно запустит комбо с другими. Вы можете активировать силовое содействие в разных локациях. Ну давай посмотрим. Волна на топ-ли лайне. Здесь появится план действий. Ваши игроки будут выполнять их на карте. Ознакомьтесь. ХП, ХП. Повысить топ. Опыт. Ганг. Происходит ганг. Его добивают. Первая кровь. Меня убили. Это че реально? Нет, ваш топ-лайнер убит. Это приведет к отмене выбранного им действия. Слава. Там дерутся. Нас вообще фиганули двоих уже. Шот-кол через 3-2-1. Успешный ганг вашим новым джангером должен вернуть вашу команду в игру. Поскольку ваш герой Эдисон был удобный выбор, ганг может быть активирован в силовом действии. Ганг. Давай, саппорт является к нему же комбо. Пуш ганг. Ну давай посмотрим. Силовое действие. Опыт. О, ганг. Убили двоих. Решающий бой. Превосходно, как вы только что увидели, вы можете повлиять на матч с помощью призыва действий, иначе ваша команда наведет незаданные действия. Не забудь, подготовка команды дает самое большое преимущество. Так, пока все бегают здесь, да? 2 на 2. Здесь мид, пуш, верхний лайн. Это, знаешь, это получается как комментатор, да? Такой сидишь, только считай, ты за команду действуешь еще. Фокус на убийство. Так, у нас вообще будет следующий этап. Ну, давай.
А теперь пора попробовать убить гидру. Это рискованно, но возможно у нас получится победить в игре. Давай посмотрим. Атаковать гидру. Чтобы получить преимущество, задайте тактику перед матчем для усиления игрока. Ключ к победе – это выбор правильных действий и тактик. Опа-на, мы нафигарим гидру. А, еще тут и враги. Да, мы зато врагов убили, и гидру убили. Все, у нас много преимуществ стало. Да, рископрав, благодаря усилию гидры мы должны выиграть матч на раннем этапе. Давай. О, они убили, короче, морское чудовище, да? Там драка происходит. Вот все действия сейчас пройдут. О. Следующий этап. Все, разница в золоте. Мы в плюсе. Уничтожено. Устроить там team up для пуш ядра. Ну-ка, team up на ботлайне. Вот сразу в первом, да? Засада. Но мы вроде, по-моему, у нас преимущество. Чудес, стратегия раннего давления использована в вашей команде. Сработает прекрасно. Вскоре вы одержите победу. Спасибо. О, морское чудовище там фигарится. Ну, видишь, мы действие делаем, он пуш. Ага. А что они мид как пробежали? Через мид прям, через вышку, что ли? А вы выиграли. В конце каждого вашего матча подбирайте итоги. Изучите все, не торопясь, а затем начните волны. Ну, итоги здесь 84, 88. Ладно. Продолжить. Победа! Полностью настройте здесь свою команду. Нажмите подтвердить, когда закончите. Позже вы сможете поменять все, что захотите. Футбол команды. Да подтвердите, он Америка, я буду. Ваша команда показала класс в этом матче. Это хорошая практика при противостоянии с тренером соперника. В верхней части вы видите, мы сейчас находимся на первом уровне лиги. Ну, если вы повысите киберспортивную элиту, Rivals на шестом уровне. Слева отображается наша команда и сила. Это ваш текущий уровень славы. Повышайте его и будете вообще красавчики. Выбирайте задание, чтобы посмотреть их описание. А вот по цель задания вам нужно видеть силу команды. Утренить снаг своего игрока для повышения сил команды. Техническая тренировка. Начать. Начать тренировку. А, типа у него, видишь, сразу заканчивается этот, да. Ну ладно, трансферы. Более сильный игрок на рынке трансфер хорошо способствует сил команды. Забудьте их переносить после этого. Так, сколько у нас денег? 35. Ну, давай круто это купить. Управление, тренировка.
Эдуард. А, продолжить. О, продолжить. Дали мне побочки. Побочки. А, сил команды или что-то мне дали. А, это опыт был. Высокий уровень. Так, посмотрим. Ух ты. Блин, теперь они что-то вообще устало. Подготовка плохая. Ваши игроки будут уставать после трех матчей. Это показывает, через какое плохое состояние. Так. А, типа за 5. Ну давай всем. Прогулка в парке. Ну все, установили. Теперь задание. Ага. Так, здесь что у нас? Побочки. А, вот. Лиги матч. Ох ты, все открылось уже. Собрать. Так, что у нас? Новости киберспорта. Опять побочки, опять тренировка. Матч. Матчи. А, ну это какое место заняли? Давай матч. Это групповой этап. Лига. Где стараются ваши планы текущей лиги? А, ну давай тогда. Общий рейтинг. Главное. Это ваша команда, видите, бонусный уровень. Давай. Начать. Начать. Как бы да. Ну понятно, что за герои. Блять, вообще непонятно. Половин похож вообще из Лола. Сил команды, состояние команды, командный бонус, удобный выбор. И у нас преимущество по всем параметрам, что они устали, вообще никого не колышет. Пуш. А, ну сначала либо просмотр, либо пуш моба. Давай посмотрим. Плохое состояние. Да, фиг с ним. Ух ты, начинается пуш. Ранний пуш вообще. О! Мы убили. Или нет? Они что, ранний пуш делают, что ли, вообще капец? Так-то. О, какие тут действия интересные. О, убили. Вот это бой. Вот это бой. Так. Блин. Что, на шушку сдолбали? А, нет. Так, у них денежек побольше. Мы немного все равно внизу, ранний этап произошел. Поставить тотем, атаковать дракона. Ну давай, атаковать дракона, че.
атаковать дракона. Ранний пуш. Нашим звезда, мы ему тащим, да? Нет. А, не был. О! О, о! Хорошее действие. Убил одного, второго. Первая кровь. Хорошее действие. Минус два сделаю. Че это там? Что там происходит? А, это их не пушли, не запушили. У нас тоже контролируемые мейнлайны. Так, наверху бойня происходит. Давай, 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 фигарься. Ох, убили двоих. О, так, еще у нас тут что? Это ихние. О, пятерых. О, ну тут вообще будет. Ну, хоть не был пуш. Ну, а теперь мы в преимуществе. Нормальным так. Поставить там тим ап. Поставить тотем. Ну давай. Так вот. Связка какая-то. Атаковать гидру. Все. Можно выбрать и его рядом выбрать, и все. Типа будет атака гидра. Так, у меня атака гидра на каком этапе? О, сейчас пуш будет три раза. Слабая командная игра. Ну, смотри, гидру контролит. Вот гандон. О, что-то там происходит. Не догнали. Не догнали. Так, 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 у нас мидл. А, нет, такая чудовище. О, гидр забрали. Все. Ух ты, вот это сейчас будет жестко. Так, мы забрали и их просто всех сейчас воткнем. Ну да. Дракон убит. 8-0. Ну, сейчас агрессивный пуш. И все. Средний этап. Где засада? Давай засада здесь. Ой, блин. Team up на мидлайне. Что-то, блин, надо было это засаду делать. А, ну да, засада идет. О. Да там вообще изи. То есть мы их даже никого не забрали. Все, все действия обернулись проваром. Их не тоже действия обернулись. Но это легкая игра, поэтому. У нас только сейчас повторные действия. Дракона убили. Сейчас верхний лайн зафигарим. Ух ты, их там несколько человек били. Даблкил. Сильный пуш. Ну, это ГГ, мне кажется. Не то, что это кажется, это 100%. Как у вас ваш агрессивный пуш? С счетом 14-0. По
последний этап. Два последних этапа. Неподходящая роль. А отступить в топ-джангл и подлечиться? Ну, не знаю, смысл нам. Мы сейчас их зафигарим, последний бой. А можно же прекратить бой же? Ну все, последний. Пуш, победа. Все, победу сделали. Ладно, ребят, на этом все. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайк. С вами был Шишвили. До новых встреч. Пока.